Далеко не каждый день в нашем регионе можно увидеть сразу столько работ яркого самобытного автора. Диапазон тем, представленных на выставке, весьма широк. Это и быт коренных малых народов, и природа тропиков, и библейские мотивы. Свое отношение к северу, где несколько лет проживал, Артур Ковалев выразил в своем приветственном слове. Люди начали меняться не в ту сторону. То есть хотелось бы, чтобы все-таки на севере остались люди, какие должны быть на севере. Да, именно романтики, чистые отношения, взаимопомощь. Любое полотно, выставленное в музее, может оказаться в частной коллекции. Художник не скрывает, что продажа картин – это его единственный способ зарабатывания на жизнь. Зато история создания каждой работы прилагается к ней совершенно бесплатно. Это касается и главной жемчужины выставки – явления Богородицы. Я пообещал эту работу написать и привезти в Куровский район, для того, чтобы эта работа осталась в этом районе, так как явление произошло. Привыкшим к многомесячному однообразию снежных пейзажей северянам будет особенно приятно увидеть полотна, пронизанные теплым южным солнцем. Классические библейские сюжеты перемежаются у автора с портретами исторических персонажей и современников. Нашли свое отражение и сюрреалистические мотивы, когда реальный сюжет не может быть истолкован без присутствия мистики. Каждый посетитель выставки найдет среди почти 40 работ Артура Ковалева что-то близкое для себя, а при наличии солидного банковского счета может стать и обладателем приглянувшейся картины. Аркадий Герасимов, Андрей Ауст, «Наши вести».